ребята, всем, кто смотрит данное видео вместе с мной, с вами Пумба, игрой канал Тимон Пумба и Налы. Продолжаем. Я вообще не помню. А, там. Тихо. Ну, давайте посмотрим. Скоро канон дедов, хер знает. Несчастные души, неупокоенные души, голодные, усталые, испуганные. Скоро они появятся среди нас. Мы вырежем их, им посохи дадим поесть. Мы их напоим и их отправим на тот свет. Пением, молитвой и заклинаниями. Готовьтесь, люди. Предупреждение. Крики в лесу слыхать далеко, в чаще всегда густая тень. Лучше, дитя, не ходи в темный лес, а то дикий зверь тебя съест. Нормально. О-о-о-о. Дарлен Айн Ситхе. Нин Эвелиенс Коятель Марф. Каэм Айп Войт Хол Айн Ситхе. Дарган Фот Ан Униаде Нинау. И млада тойны. Эстет эссе креса. Креса. Чё ты сказал? Я не понял, кто понял, напишите. Ищу проводника, который пройдет меня с семьей на ту сторону Понтера. Нас пятеро, я жена и трое детей. По меньшему 2 года, но он тебе не кричит, задата мне выдаст. Я не богат, но отдам все, что имею. А если нужно, еще одолжу или отработаю. Сделаю все, только бы не только бы выбраться из Велена. Помогите, люди добрые. Радост. Ладно. Просьба о помощи, люди добрые. Я накормила своих голодных детишек блинами из муки. Из муки желудя, короче. Уже 3 дня они лежат и не могут встать, а живот у них скрутило. Они только рвут и плачут. Если знаете, как мне помочь, зайдите в мою избу. Отблагодарить нечем, кроме как теплым словом, молитвой. Без слова, понятно. Пропавшая жена, люди добрые. Да хорош, тут одни люди добрые. Жальтесь, помогите мне в беде. Жена моя Ганна пропала. Пошла несколько дней назад в лес и до сих пор не вернулась. Я уже не знаю, что и думать. И заплачу любую цену тому, кто мне ее вернет, или хотя бы скажет, где ее искать. Нелла, охотник из больших сучьев. Прекрасно. Блин, жена-то, наверное, сдохла. Как бы мне неохота приходить с такой вестью. В смысле закрыто? Ты дурак? В смысле? Блять, оно еще и не ломается, ты прикинь. Ладно, допустим. Старушка. Скоро полнолуние. Окна получше запри. Гвоздь железный в притолку вбей. Да нехорош! Двери-то куда закрыли? А как я попаду-то? Вот идите вы нафиг. А! Ты дура? Поздно! Да там реально не попасть. Ладно, да... О, двери. А, двери стоят. Блять, как попасть? Я не понял. Ладно, допустим. Ну, блин, давайте посмотрим. Здравствуйте, здравствуйте. Подлетит, что там у вас? Хорошая айка. Да дыхание ваше уже заколебали. Там что-то есть. Это старушка? А, это тут старушка. Ты как? Ты чё? Старуха, ты чё? Блять, давай фокусы свои завязывай. Хорош. Там сидеть. Магия вне Хогвартса запрещена. Блять, я не знаю, давай я сечу зажму, что ли. Она опомнилась. На, все. Фига, короче, она... Ты видал? Как она умеет. Я херею. Она просто на воздухе сидит. В скамейке. На, старуха. Все, у тебя все горит. Не будь в печали, все нормально. Блин, ты, вот это старуха, бля. Даже тут маги существуют среди. Вот в этой деревне. В обычной дороге. Я что, знаю, кто ты такой? Ну, как бы стоит. Тогда зажали их между 2 огней. Из лесу рысью кавалерия пошла. От болот пехота. Даже сдаваться собрались. Как вырасту, стану
мальчик. Да, видно, черным не с руки было с пленными валакнуться. В кольцо взять. В лес? Резали до последнего живого человека. Что с нами дальше будет? Теперь вот на лугу это маки растут. А может, лужница кровь? Самый белоголовый. Иди, расскажи, вон, кто это такой самый белоголовый, потому что меня он не знает, ваши девки. В такой большой байде только сыр, да? Ладно. Ой, бабуля, прости. Я тебя не заметил. Блин, внезапно. Вот тут еще что-то есть. Еще есть. Отлично. Погнали. Я могу зайти. Да ну нахрен. Давай, свет зажжем. Свет горю. Все. Как он это делает грациозно, я не знаю. Грациознее только тетка сидит, ну, старуха, на воде, на воздухе. Молитвой великой. Сломанные гребни? Ведьмы, что ли, какие-то живут? Или что? Так, блин, задолбали! Просто все закрыто. А так ведьмака, знаете, не по душе, но встречайте это, я бы сказал. Тут, кстати, самый цивильный дом, по ходу дела. Не сломанные гребни, я не знаю, тут что, ремонтница гребней, что ли, или что? Чем ты занимаешься? Так, ну давайте в этот дом. Нельзя нам терять надежды. Конечно. Ты чё, орёшь? Я дом иду проверить. Тут нечисть какая-то обитает. Для этого надо зажечь фиамов. Все, больше не будет тут ничего. Нормально все. Не паникуй ты так зря. И не ори другим. Я вам тут дверь открыл, между прочим. Все. Чертеж. Точный болт. Все. Успокоились. Все нормально. Говорят, твари больше нет. Хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Я говорю, нормально все теперь. Иди. Иди, горю. Старуха? Или не старуха? Да мне вообще насрать. Гниющее мясо. Серьезно, и его, наверное, может ведьмак съесть, да? То есть, если типа я попробую его... О! Блин, да что тут с гребнями-то не то? Иди, отнеси. Тут есть у вас ремонтница. А, так, тут проход у нас дальше. Тут у нас... Я тут был, нет? А тут я был. Осторожней, доходяга. Уйди ты в жопу. Еще кому это сказал? А я сегодня получил горбушку. Мне кажется, я думал, ты скажешь, я сегодня получил гребешок. Нормальный, не сломанный. Блин, вот ты сказал про хлеб, пацан, мне теперь тоже жрать охота. Давай ты не надо, тут пройду. Я как бы поевший, но вот, сука, от гребешка хлеба я бы не... Ой-ой. Пиздец. Я ведьмак великолепный. Сюда зайти можно? О, прикинь. Нормально. И чё тут у нас? Ничего. Блин, давайте хотя бы свечу зажгу. Зажгу. Чё, за я, что ли, заходил? Да ты прикинь. Ну и ладно. Ясен пень, что ты ревишь, ни хрена нету. Ведьмак пришел и никак не встретили. Блять, так. Че, мальчик? Что нужно сделать, чтобы получить такой меч? Ой, там много чего-то вообще. Столько ресурсов ушло. На, свет. Блин, тут так прикольно свет сразу же, освещение такое начинается. Прям оу! Прям душевно, смотрите, как. Светит прям вот, прям через щель. Там, правда, щели нет, но через что-то светит. Значит, где-то есть, это я просто ясный. Бум, смотрите, как сразу душевно становится. Блин, такой уют, тепло, покой. Блин, тут еще и сковорода горит. Тетка, а у тебя там горит. Вот если бы это увидела та старуха, которая нужна была сковорода, она тут запаниковала. Истерику забила. Блин, сковородку. Не следишь за ней. Так, да блять, я знаю. Это что? А, все, понял. Это я понял. Я понял, это рана. Так, Цири, погоди. В смысле?
А, подожди, не-не-не, давай не надо. Ты чё мне какое говно-то подкидываешь? Дикая сердце. В деревне живописное название «Большой случай» Геральт увидел объявление. В нем было указано, что охотник по имени Нален будет благодарен за любую помощь в поисках жены, пропавшей несколько дней назад в окрестностях леса. В окрестных лесах. Геральт в последнее время постоянно разыскивал людей, потому решил поискать жену. Решил, прикинь. Вот просто уже решил. То есть я как бы нет, но да. Сколько, бля? Не. Я не решил. В смысле, погоди, а там я ж еще одно задание брал. Не понял. В смысле? Это где? Тут тоже? Погоди, я что-то не понял. Я брал... Мне там надо было найти... Детям помочь? Погодите. Множество мест. Выяснить на Скеллиге или Цири. Выяснить на Вене или на Граде. Погоди. Да погоди! Поиск, как ты врался доверенно, только... Блин, я сейчас не понял, погоди. Я последую Цири. Да блин, я не понял сейчас вообще. Это типа вот где? Ладно. Но я где-то взял вот связанные с заданиями, да? Вещи связанные с заданиями. Так и так, смотри. И короче. Пропавшая жена. Ну да, вот люди добрые сожители мне в беде, жена моя пропала, да. Здесь дано описание двух на каждую... Погоди, погоди, стоп. Я где-то еще чего-то брал. Нет? Я какое-то объявление еще забирал. Или чего? Вы сейчас простите, что я просто подвисаю, я просто не понимаю. Малях. Я же типа... Блять, я что, не взял, что ли, задание? Пошлите, еще раз подойдем, возьмем. А там уже нет его. А что тогда произошло? А как? Блять, реально нету. Боги, скоро полнолуние. Помоги тебе вести. Давайте. Люди добрые, если где в лесу увидите, что ветки украшены всякими вкусностями, пряниками, яблоками, меду, колбасками, пирожками, то как бы у вас не бурчало духа, хоть бы вы с голоду помирали, не трожьте, кто их попробует, живым уже не вернется. Понятно. В корчме на распутье плотина и градские кроны, и другие никак не принимаем. Блоками пускаем на товар, еду и напитки не меняем. Если кому нравится, пусть и те же жрет желудь. Извещение. Семьи объявляет следующее. Каждый, у кого есть достойная корова, должен до конца недели перевести ее в замок в Вроницах. Кто это не сделает и у кого двери такую корову найдем, получит 50 плетей и потеряет все имущество. Кто донесет на укрыватель, получит мешок зерна на награду. Нет, не распускай язык, у деревьев есть уши. Понятно. Помогите похоронить. Люди добрые. Вчера наш Филибор умер. Мы не можем похоронить его как следует. В доме нет ни белой сорочки, ни полотна на саван, ни досок на гроб. Если сможете чем-нибудь помочь, поделиться, помогите, пожалуйста. Если мы не проводим его на тот свет, как положено, набейте его проходить там. Я сейчас не понял вообще. Блять, задание это было? Ладно, похер. Так не надо мне к Трис, я не к Трис сейчас. Ладно, давайте. Бред какой-то вообще. Что-то я сейчас это вообще не понял. Бля, нихера тут мест, да ты чё, пал что ли? Геральт, хорош, давай, тут не надо. Пойдем тогда по квесту, ну, ближе всего.
Это, блин, просто... Не понял. Что-то время до хрена потратил и ничего тут не нашел. Это конина тупая, что ли? Плотва, иди сюда. Блять, плотва, ты то тупая, что ли? Иди сюда. Воу. Тихо, это я где? Это я не туда, наверное, да, спустился? Старуха, ты чё? Старуха. Чё тут? Написано чё? Старуха, ты давай тут не пугай меня. А тут чё написано? Ну ничего тут не написано. Здорово, конина, пошли. Задрала меня, блин, бегать где-то там далеко. Давай. Блин, попить надо. Все, поели. Нормально. Ну ладно, поскакали, давай. Блин, блин, как красиво там. А у птиц... Я только хотел сказать, а у птиц вообще конец-то есть? Есть, оказывается. Опа-на. Отвали. Не видишь, жрец молится. Ну, да я не вижу. Не прогоняй его, Родрик. У каждого... Здорово. Чем дело? Возрадуйся. Ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Ты сейчас получишь? Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Ага. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Ну да. Давай. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освященное масло. А зачем? Польешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. А, отлично, мне нравится. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Ладно. Нихера себе, короче. Вот это новость. Приходи, когда сожжешь останки. Блять, ладно. Давайте. Давайте сжигать. Погребальные костры. Найти и сжечь тела, лежа в ямах на полях. Ладно, давайте искать. Тут недалеко. Горит мне игра. Мы ей верим. Так, давай. О, блин, нифига ночь-то настала как быстро. А тут три места. Блёха, ты прикинь, короче. Далеко еще. Много скакать, много бегаем. Ой, бля, я обосрался. Блядь, трупоедом, да? Ну давай, ладно. Конечно. Фу. Теперь освещенное масло. Надеюсь, загорится. А чё ты такой сильный? Хорош. Нормально. Чё теперь? Погоди, священное масло. О, с трупоеда что-то собрали. Чё надо-то сделать? Всё. Игни. Сверхъестественное прям, я херею. А, игни это вот это, да? Нормально, загорелось, сгорелось, костерчик горит. А-ла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 . А, конина, иди сюда. Иди сюда. Шевелись, плотва. Погнали. Воу, воу. Пёс, давай, бегом. Пёс, конь. Пёс, блин. О, нифига там трупов-то. Это над трупами, что ли? Бля, если это так, это вообще не круто. Блин, давайте хлеб поедим. Что-то ужасно как-то заходит на горизонт. Там что за огни? Город, что ли, Новиград? Эти олени. Но. Вы знаете, куда бежать? Стоп, это труп, что ли?
А, не, не труп. Ну, все нормально тогда. Я уже переживать стал. Как-то. Труп-то тут. Я не собрал ничего. О, бляха. А, это нормально, это эти. Фу. Пересвященное масло. Ну, гуль. Арк. Они оленя, что ли, убили? Ты понял, прикинь, вот это скоты. Блин, да вы чё? Вот олень вам вообще ничего не делал. Шмара? Шкура? Чё это звук? Мне стоит чего-то бояться? Такое, что это, знаете... Слышь, ты кто? Погоди, мужик! Ты кто? Э? Жук. Ты понял, тут война была. А ты даже ничего не делаешь. Где? Я уж потерял. Давай. Теперь Игни. Да я понял. Правильно. Сам не загоришь, ничего не загорится. Ни хрена как далеко-то. А я думал, я сейчас на коп... Я думал, я сейчас жопой на копье сяду, серьезно. Поскакали, давай. Заколебало меня. Мы тут были, нет? А вот не помню. Да, мы вот тут были. Да, тут что, разрушено? Да, мы в этой деревеньке были. Надо запомнить, где мы были, где нет, чтобы, короче, не перебегать в одно и то же место кучу раз. То я так могу, знаете. Отдохни. Ведь как вы это делаете, блин? Под углом висите, хорош. Так никто не может делать. Магия в стенах не разрешена нигде. Такая так точно. Посмертная точно магия запрещена. Повешением карается. И сжиганием тела. Дополнительно. А, вон там. Понятно. Нет, не там. Сказал, потом понял, что не там. Так нет, там. Так нет, не там. А где тогда? А. Блин, идите нафиг. Там кого-то не добили. Ты кто? Ты кто, тип? Здорово. Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. А ты кто, тип? Жрецы? Такой? Договорились мы, как обычно. Только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Чего? Чё? Это мы говорим про жреца вечного огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. И чё? Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. 3 раза все было в порядке. И? А на 4-й его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Нифига. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Вали. Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Да не за что. Ты прикинь, короче, вот это да. Теперь Игни. Так ты бы шел отсюда, чё ты ждёшь-то? Ты типа думаешь, что я тебя сопровождаю, что ли? Или чё? А ты что, фуфел тряпочный? Кому сейчас это сказал, я тебя подожгу. Ты кому это говно сраное сказал? Ты прикинь, короче, у тебя смелость-то появилась откуда? Вдруг внезапно понятия-то у тебя пошли такие неправильные.
После спасения-то, а, твоего? Ты смотри, говори, говори, да не заговаривайся, а. Делать это невозможно. Случайно, пожалуйста. Случайно. Как ты меня назвал? Фуфель тряпочный. Чё? Как-то странно ты меня назвал, короче. А я туда бегу-то, нет? Так, вроде туда показывают. Значит, туда. Значит, нормально. Так, куда? Чё ты как показываешь? Бежать-то, блин, криво. Показывай нормально-то. Куда ты вообще, блин? Это хорош! Ветер не может так сдувать людей. Ты меня, блин, не обманывай. Ну вы типы, короче, я не знаю. Серьезно. Чё-то я так далеко ускакал. По-моему, я был ближе от этого вечного огня. А, он типа будет далеко. А я мимо. Конь! Слезь с коня! Скотина. Во. Блять, ты прикинь, Леха, ты меня просто. Тихо, не палимся. Лев, поедим. С него ничего. А, нет, упало. Пять теперь. Ты ему умер так красиво, конечно. Нормально. Вот умирают, умеют умирать люди. Не то, что в наше время. Красиво, грациозно сдох. Пошли, добежим, добьем этих. Чё? Бандитский лагерь нашел. Чё теперь? Воу, блядь, девятый, в смысле? Что, дураки, что ли? А твоей жопой я сам займу. Ща. Чё это, блядь? Яд какой-то? Прикиньте, сколько силища у ведьмака. Там еще кто-то есть. Иди сюда, говно. Такой герой, да? Блять. Их жопу. На, бошку отрубил. Лошадь. Ноль. Нулевой уровень у лошади. Ничтожное ты существо, лошадь. Понял, да? Ты кто? Ты, блядь, чё такой деловитый-то стоишь? Тебя как бы поймали тут, нет? Или тебе похер вообще? Стоит, руки в крюки, блядь, и нормально тебе. Сейчас меня спасут, а я не буду. Ты кто такой-то? Моста через понта. Вообще-то у меня товар только для войска, но вот для вас я сделаю исключение. Ладно, понял. Там еще кто-то есть? Прикинь, реально, да хорош. Ты куда любишь-то?
Любите. Да хорош так умирать. Прикинь, они... Я еще поглублюсь на тобой. Чё? Они еще умирают как-то красиво, грациозно. Я фиг знает просто. А, лошадь нет. А, нормально. Ну, ладно. Платва, сорян. Я не хотел. Я. Но! А ты кто? А, купец! Ты нормальный тип, нет? Ты не боишься? Ни хрена тип, короче, какой. Блин, тут столько мест, серьезно, я все не соберу, все не найду. Так, нам туда. Ну, пошла. О, там еще что-то есть. Но мы сюда. Они, блядь, какое-то мутное место ведут меня, серьезно. Ща я, короче, если что, с вами готов драться. Здорово. Вы мне не нравитесь. Здорово. Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Даже более чем. Ну-ка. Почему только сейчас жрецы Вечного Огня заинтересовались судьбой павших? Да. Церковь Вечного Огня заботится прежде всего о живых. Ага. Ты не представляешь, сколько работы было у нас после битвы. Ладно. Нужно было заботиться о раненых, поддерживать дух беженцев, проповедовать учения, собирать подати. Ага, самое ключевое — собирать подати. Что бы люди без вас делали? Да, все. Я позаботился о могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. Что ты имеешь в виду? Да не, ничего. Торговец Фисштыхом выжил. Рассказал мне очень интересную историю. Хм. Я с удовольствием выкуплю ее у тебя в личное владение. Блин, ну я типа честный, давайте. Меня можно нанять, но не купить. Понятно. Что же, в любом случае дешевле всего будет тебя убить. Попробуй. Взять его! Он, конечно, ведьмак, но втроем-то мы справимся. Да, я уже где-то это слышал. Во! Во! Втроем-то справимся. Ну и кроны подобрал. Ну и все. Вы сами как бы напросились. Ну и на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Побольше будет таких заданий. Выполни задание, с людьми поговорил, что-то пособирал, еще и убил заказчика. Просто прекрасно. Мне нравится. Всем хорошего, до новых встреч, удачи, пока.